Стартуют новые сезоны конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Тверской области уже не раз добивались успеха в образовательных, творческих и научных проектах. Для реализации идеи достаточно подать заявку на участие в конкурсе, придумать актуальный проект – культурный, экономический, образовательный или любой другой – и получить поддержку президентской платформы «Россия – страна возможностей» в его реализации. Подробности прямо сейчас. Получить новые возможности проще, чем кажется. Теперь найти свой путь и реализовать себя в сфере управления, творчества, бизнеса или науки может каждый. Во всех регионах страны стартовал прием заявок на проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьников, студентов и молодых специалистов ждут олимпиады и конкурсы, которые помогут им поступить в вуз и получить льготы на продолжение образования, найти работу мечты или запустить собственное дело. Проекты для поиска первой работы «Время карьеры» и профстажировки 2.0. Конкурс «Учитель будущего студенты». Проект «ТОП-блог» для тех, кто хочет успешно вести соцсети. Конкурс «Мастера гостеприимства» для представителей туриндустрии. И конкурс для школьников «Мой первый бизнес». Я желаю всем школьникам, студентам и молодым специалистам попробовать себя проявить на платформе «Россия – страна возможностей». И, конечно, всем желаю победы. Более 5000 победителей уже получили стажировки, образовательные гранты, денежные премии и поддержку проектов. Платформа «Россия – страна возможностей» дарит шанс каждому студенту проявить себя на профессиональном уровне. Это шанс найти свою дорогу в жизни, это шанс приобрести новые знания, это шанс найти новые знакомства. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно из любой точки страны на сайте rsv.ru.